накосячил. Классно, ты его несколько раз. Вот ты завидел какой-то три удара. Два-три удара, да, вот эти? Вот тут ну, это, развел хорошо. Ну. Тут два хая, да, было уже? У него? Да. Смотри, огненное видел? Ну, то его разводят очень часто. Да, вроде. Вот, прям первого шанса не было. Тут уже косячил, да? Даже гарантия должна быть. Не, он встал. Да? Резко вставать надо, да? Да. Тут он уже начал, молодец. Он со вставанием, да, идет? Да. Но второй хай все равно, да, идет? Угу. Заметил, да? Да. Да то же самое почти. Да. Смотри, главное, здесь сел, да? Угу. А тут ты думал, пол пробьется, нифига. Угу. Так он нормально так сделал. Вот это удачик именно правильно. Ну. Опять, да? А почему я фейлил, вот не пойму. Вот опять, да, он резко встал? Да. Он крестик жмет или квадрат. Одно из двух. Еще успел же. Тут я два раза жму, он лагает или что-то. Ну. Скорость еще не чувствуешь, если но... да? Просто да захват. Вот это, да, Эшки? Вот это вот, смотри, да, делает это. Да, нормально. Он делает, представляешь? Это же одна из самых, да, сложных этих. Походу. Вот это? Вот это тут зря. Конечно. Не, я панишил его. Не знаю. Вставлял джебы, да? Да, джебы вставляю, он вместо этого делает так иногда. Я слишком быстро жму. Труба фейлил, раньше так не фейлил. Труба скорость-то себе задала. Нет, не то что скорость, я в Tekken 6, когда играл, вообще не фейлил, а тут-то что-то начал фейлить. О, зато вот этот по себе считает, прям спас. Вот эти две колена, это же ансейв же, да? Да, минус 10. Вот, смотри, как зато что я сделал. Заметил? Угу. Присел над вторым. Вот опять он. Да я ножницы делаю, блин, он тоже неправильно. Вообще ножницы против него не надо делать. Ну. Но это хлеб для Джули. Ну да. Ну видишь, если он знает, что совать надо.
то я сел тупо. Да, он такой инсайт залупил. Вот тот шанс. Почему-то промазал, что странно. Обычно еще большой же. Тут вот, трамба фейл был.